Я всех приветствую, друзья. Итак, в этом видео я покажу вам еще одну попытку крупных компьютерных компаний войти в индустрию консолей. Я уже снимал, если помните, недавно обзор на якобы приставку от MSI. Да, остались очень двоякие впечатления, весьма и весьма специфичный мини-ПК в формате консоли Xbox One. И вот теперь очередь наконец-то от вендора Gigabyte, и это версия портативного компьютера мини-формата с очень схожей конструкцией на Xbox Series X. 300 bucks. Если кто не в курсе, то есть такая приставка за 50 тысяч, и данный компьютер я взял на время чисто для контента, пощупать и потом обратно отдать. И вот такой мини-ПК тоже стоит сегодня в среднем там бэушный на Авито 40, возможно, с лишним тысяч. То есть нюанс, эта модель, как и прошлое из видео от MSI, уже сняли с производства, скорее всего, из-за небольших продаж, да и железо внутри явно не назовешь современным. Вообще не современным, потому что тут начинка 5-летней давности. И только сегодня, в 2024, только сейчас за 40 тысяч в целом, ну, можно с натяжкой назвать устройство доступным, и то, понимаете, после небольших манипуляций с прокачкой, потому что конкуренция этому Xbox под названием Gaming Bricks UHD, в общем, конкуренция просто серьезнейшая в виде гибридных видеочипов, встроенных в процессор от AMD и теперь уже тоже от Intel. Там встроены видеочипы, если вы знаете, примерно на уровне данного Xbox, но в этом мини-компьютере есть интересная особенность, то есть тут имеется дискретная видеокарта на секунду, и это большое отличие. Да, тут стоит полноценная видяха GTX 950 на 4 видеопамяти и процессор, по-моему, на 4 ядра, 8 потоков, это i7-6700HQ, если я не ошибаюсь. Да, есть модели более мощные в данной серии, там, например, с видеокартой великой 1050 Ti или даже с не менее великой 1060 на 6 VRAM, но у меня самое базовое видео, самая дешевая модель из тех, что я сумел достать, так что имеем, что имеем. Я хочу в этом видео полностью разобрать данный ПК, сделать небольшую профилактику, почистить все же бэушный компьютер, там пасту заменить и подкинуть оперативу и быстрый SSD, но так сказать, оживить малеха. Потом все это протестируем, посмотрим, подключим к телевизору, но все это буквально через минуту, после небольшой рекламной паузы. Начнем с того, что больше всего меня интересует, как в эту небольшую коробочку вместилась дискретная видеокарта, материнская плата, SSD накопитель и прочее. Для этого, разумеется, стоит полностью разобрать весь компьютер, и в целом мне казалось, что это будет, ну, сложно, что внутри будет куча проводочков всяких, а по сути полностью собрать и разобрать можно буквально за 5 минут. Сам корпус буквально с точностью повторяет строение корпуса от Xbox Series X, точнее, он еще не вышел в то время 5 лет назад. Короче, я бы сказал, это больше схожесть с iMac Pro, именно по конструкции, именно за счет вентилятора сверху, что выбрасывает теплый воздух из корпуса. Идея, я думаю, довольно интересная, но и в целом весь цельнометрический корпус имеет прочный алюминий каркас, под которым, как мы видим, все очень даже плотненько напичкано, буквально до сантиметра. Если очень быстро объяснить, то я так понял, что у нас внутренности состоят по сути из двух симметричных печатных плат. На первой у нас материнская плата сама же, далее оперативная память, плюс всякие слоты под SSD накопители и Wi-Fi модуль. А на второй плате интереснее, там у нас имеется дискретная отдельная видеокарта GTX 950, и она, внимание, вставлена в специальный контроллер. Выходит, что эту видеокарту можно полностью заменить, если, конечно, в этом есть у вас желание. Я почитал на форумах в инете, да, есть такие внешние видяхи, что можно заменить, и в целом из интересных только 1060 и, возможно, 1070. Я думаю, разница между данной 950 и, скажем, 1060 будет довольно значительная, но за 16-17 тысяч рублей покупать бэушную 1060 с AliExpress — это, ну, явно не дешевое удовольствие. Единственное, что лично я сумел тут заменить и прокачать, это снять дурацкий SSD-шник на 120 и поставить хотя бы на 512 довольно быстро, потому что на 120 это вообще ни о чем. Поставил винду, и даже форзу 5 не поставишь, не протестируешь, она весит при этом 140, так что 120 здесь, ну, вообще как бы ни к селу, ни к городу. Еще я думал, вы заметили, что у нас имеется 8 оперативы на частоте 2666, и все это в одноканале, что явно скажется на общей скорости, поэтому просто я докинул еще 8 оперативы, сделав двухканал, и на этом как бы все. Больше тут прокачивать нечего. Хотя можно еще, например, поснимать там радиаторы, заменить термопасту на новую, свежую, скажем, MX4. Потому что за 5-6 лет любая паста, если ее не меняли вообще, то она превращается в пыль. И значит, я заменю ее что на видеочипе, что на процессоре. Делается все это очень просто. Вытерли старый мусор и намазали мизинцем новую пасту. Все, прижали, значит, закрутили и обратно в корпус. Вот на этом прокачка и закончилась. Я не знаю, что еще можно рассказать о содержимом внутри этого ПК. Мне понравилось
понравилось, как все придумали, как все уложено, да и сами радиаторы на чипе и на процессоре сделаны довольно интересно, то есть продумано. Однозначно тут виден труд инженеров, но вот что не очень удобно, так это расположение всех портов на корпусе. Они как-то странно разбросаны по разные стороны, плюс дурацкую антенку пришлось прикручивать, она при этом на проводочках, и это очень неприкольно смотрится. Лучше бы просто две антенки сделали, или как в ноутбуках, сам приемник внутри. И на этом все. Поэтому внутри как бы все окей, а снаружи наляписто и не очень аккуратно. Ну да ладно, черт с этим дизайном, дело такое, кому-то может и понравится, черт знает. А при включении, сразу скажу, у нас одноцветная подсветка сверху в белом цвете, ее нельзя сменить, плюс шум, да, шум от работы компьютера очень заметный. Примерно 35-40 дБ шпарит вертушка, это примерно как турбинная видеокарта. Шум не очень приятный, если честно, хотелось бы, конечно, потише, но нельзя никак сделать тише, в настройках BIOS тоже нет такой возможности, не через приложения, которых тоже нет на официальном сайте. Короче, я думаю, уже более чем объемно рассказал о содержимом, больше не знаю, что еще показать, и теперь давайте все же запустим парочку проектов, проверим, на что способен данный ПК Xbox из 2019. Причем я буду тестировать, знаете, понятное дело, на средних Full HD, потому что да, 4 видеопамяти у видеокарты тут даже для высоких маловато, зато на честных Full HD, а не 720p. Итак, сперва давайте проверим вторую часть контры на среднем пресете, и тут Full HD мы получаем от 90 до 140 кадров. Бывает, конечно, просадки, разумеется, до 80 местами, но тем не менее 100-120 кадров тоже, я думаю, достойный результат. Чисто для контры вполне, знаете, сойдет такое железо, да и температура, кажись, пока что нормальная. 70 с копейками на процессоре и 58, возможно, 59, там 60 на видеокарте. Мне казалось, будет более высокая температура, хотя еще не вечер, и думаю, давайте усложним задачу и запустим что-то более современное, например, Forza Horizon 5 часть. Тут я, значит, выставил все настройки тоже на средний Full HD, и как видим, у нас, в принципе, консольный фреймрейт 30-35 кадров и местами поднятие до 40. Это чисто представочный результат, например, такое же качество картинки выдает, скажем, Xbox Series S. Тоже стабильная 30-ка на средне-высоких настройках. Кстати, обратите внимание, выросла температура в Forza, и видим, более активно используется процессор, и теперь у нас не 70 с копейками, а уже 75, даже местами 80 на процессоре. Не критично, это далеко еще не 90-95, как в ноутбуках, но тем не менее произошел прогрев Xbox в кавычках, и это как бы неоспоримый факт. И теперь давайте с вами поставим точку уже в предельной мощности мини-ПК и запустим Киберпанк на средний Full HD. Если честно, я не думал, что Киберпанк прям окажется столь тяжелым тестом для данной коробочки, но как видим, большой открытый мир съедает полностью всю мощность и без того далеко не мощного процессора на 4 ядра 8 потоков. И что на средних, что на очень низких настройках Full HD с FSR, везде у нас не больше 13-20 кадров. Невозможно, короче, нормально перемещаться по карте, да и визуально с такими настройками Киберпанк просто превращается в Майнкрафт. Очень страшно все на низких, плюс FSR, производительность, прям ужасная картинка, прям больно на это все смотреть. Так что вот он предел данной консоли мини-ПК, это Киберпанк, а все остальное, все что ниже, всякие там проекты начала 2000-х, Counter-Strike, танки, Dota, Майнкрафт, все это отлично работает на этом Xbox и на Windows. Таким образом, что можно сказать в конце? Я бы назвал данное изделие как некая альтернатива большим ПК, если хочется просто на телеке запускать несложные игры и вас устроит в среднем 30, возможно 60 FPS. Это по мощности вы получите такую же консоль, что и была, скажем, от MSI, но только с небольшой перспективой на прокачку и чуть более компактная в размерах. А так, конечно, я не знаю, стоит ли прям бежать прямо сейчас за этой штуковиной. Ну, наверное, есть поинтереснее современные модели со встроенной AMD, то есть со встроенным видеочипом 780M. Там больше FPS будет, да и размеры еще меньше, а цена плюс-минус такая же останется. Так что имеем, что имеем. Если вам было интересно, ставьте лайк, а я на этом буду уже заканчивать. Увидимся уже скоро, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.